Добиться завершения строительства удалось совместными усилиями с мэрией Краснодара и привлечением инвестора. Им стал один из ведущих застройщиков края. В результате принятых мер, совещание, которое в феврале состоялось под руководством губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева, мы, в принципе, с того периода ведем активную работу с привлечением инвестора. Это компания, строительная компания АСК, которая в трудных условиях, но выполнила свои обязательства. Завершала работу компания «Альфа-Строй Кубань», которая входит в группу компаний АСК. Она возводит жилые комплексы в Краснодаре и Анапе. Все объекты отвечают самым современным стандартам качества и сдаются в срок. Желание было помочь и администрации города, и администрации края, и самим дольщикам для сдачи этого объекта. Нами в феврале месяце было принято решение о вхождении в этот проект в качестве инвестора и строителя. Приступив к работам в марте месяце, в конце июня мы уже сдали объект полностью в готовность. В это долгожданный для участников долевого строительства день. Хочется выразить огромную благодарность группе компании АСК за достройку этого прекрасного 16-этажного 4-секционного дома. Управляющей компании, которая будет заниматься обслуживанием многоэтажки, сегодня вручили символический ключ. В скором времени дольщики смогут въехать в свои квартиры и отпраздновать новоселье.